Красивая светловолосая женщина в форме, майор милиции Ирина Куликова. Начальник уголовно-исполнительной инспекции, служит уже 18 лет. Но главная роль майора Куликовой – это роль семейная. В первую очередь она жена и дважды мама. Главная опора в жизни для нашей героини – любящий супруг. Роман Куликов тоже служит в Мозырском РОВД. Сегодня возглавляет оперативно-дежурную службу. Муж и жена с честью носят милицейские погоны и воспитывает двух детей – дочь и сына. Супруги Куликовы не понаслышке знают, совместить ответственную работу и дом – задача сложная. Но когда объединяет любовь, то все по плечу. Я думаю, что это секрет простой. Для любой семьи, для любых людей, которые связали свою жизнь семейными отношениями, это любовь, понимание, взаимовыручка, поддержка и, конечно, участие в жизни друг друга, решение совместно проблем в счастье, горести и радости. Любовь, уважение, понимание близкого тебе человека. Мне повезло встретить такого человека. Одним словом, это просто любовь. Старшая дочь Куликовых Арина уже закончила университет и связала жизнь с наукой. Сын Глеб в этом году пошел в первый класс. Станет ли он милиционером, как родители, покажет время. А пока самый любимый момент в праздники и в будни – это общая семейная прогулка, когда и у мамы, и у папы совпадают выходные на службе. Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».